25 рублей. Перец сладкий. Сладкие дринки? Можно, да? Попробуй кусочек, прям маленький. Сейчас будем пробовать кусочек краснодарской дыньки. Вы знаете, сладко. Очень сладко. Маша, на дыньку. Ой, какая дынька сладенькая. На. Пойдем, пойдем. Дынька такая сладенькая. Мне уже дынька угостили. Видите, какие гостеприимные Краснодар. Угу. Смотрите, друзья, какие яблоки. 40 рублей у нас. 40 рублей яблоки. Вот видите. А какие они большие. А что это за сорт такой? А? Голден? Голден. Смотрите, какие здоровые, здоровые яблоки. Вообще. 70 рублей. Сладкий, сладкий. Смотрите, какие грозди, крупные прям вообще. И это вот такой уже... крупный. А это как, что за сорт? Виктор. Виктор, а это? Рожков. Рожков. Посмотрите, какой прям крупный это такой виноград, прям хороший. Итак, смотрите, я сейчас подошла. Посмотрите, какие баклажаны. Я такие баклажаны вообще никогда в жизни не видела. Полосатенькие такие вот, смотрите. Прикольные, да, 50 рублей. И вот такой сорт баклажан, посмотрите, тоже. Кстати, сказали, что они без косточек вообще. Да, я у бабушки готовила, бабушки, вернее, кушала, она приготовила нам. Обалденный, без косточек, вот как грибы. Тоже килограмм 50 рублей. Вот видите, какие баклажанчики. Ну, если и хотите, вот можем один взять нахрен. Наслаждается чья? Вот так вот люди, да, в Краснодаре. У всех досуг. Вот такой досуг, да? И чья? Кто победил? Кто победил? Никто пока. Пока никто? Вот так в Краснодаре, прямо на улице, на свежем воздухе, видите, занимаются и играют в шахматы.